Я теперь направляюсь в сторону моста, который соединяет Венгрию и Словакию. Вот сейчас иду по улице. Это храм тут рядом. Это автобусная остановка. Вот так оно выглядит. Я поворачиваю теперь налево и иду в сторону моста, в сторону Словакии. Вот так улочки выглядят Эстергома. Красиво, аккуратно. Дом красивый тоже очень. То, что справа от меня. Постепенно я приближаюсь все ближе и ближе к словацкой границе. А вот я уже подхожу к базилике, которая находится в городе Эстергом. Тут рядом. Все. Осталось совсем немножко. Вот речка. Вот храм. Сейчас перейду мост. И буду подниматься наверх. Я уже подошел ближе. Вот памятник вот есть. Вот это храм. Базилика наверху. Вот. Сейчас буду искать выход, как подняться на самый верх. Перейду сейчас дорогу. И буду двигаться дальше. Это называется Рондела галерея. И дальше вверх. По тропиночке. Тут колокола стоят. Это уже я вышел наверх уже. Вот такая красота отсюда смотрится. Вот теперь я наверху, это здесь храм, а здесь обзорная площадка, чтобы можно было посмотреть на город Эстергом сверху, с высоты птичьего полета. Сейчас я приближаюсь сюда. Вот оно краевид. Рядом это Венгрия, это город Эстергом, а вот мост, через который я раньше переходил где-то полчаса назад, через речку город Штурово, Словакия. Обхожу храм с другой стороны, иду. Вот так он выглядит с другой стороны. Такие древние колонны, огромнейший размер. Прямо как в греческом стиле, оно в византийском построено. Все. Хотел зайти внутрь базилики посмотреть, то она закрыта, и у них туристов не пускают внутрь. То буду уже возвращаться назад. Много уже поснимал всего. Ну, в принципе, место очень красивое. А вот теперь я возвращаюсь назад, так как и шел наверх. Теперь я уже иду только вниз. Так само. Теперь будет идти в сторону уже до вокзала, садиться на электричку и ехать назад. Сейчас. А вот это прокат велосипедов Сузуки. Можно вкинуть монетку и кататься на таких симпатичных велосипедах. А вот китайский ресторан в городе Эстергом, Венгрия.
Вот так он выглядит красиво. Тут на улице можно пить пиво, а внутри готовят блюда. Как-нибудь зайду в другой раз, как будет время. Пока сейчас нет у меня времени туда заходить. Кинай Этерем. Вот так он выглядит, симпатично, красиво. А вот это я снимаю сейчас автовокзал в городе Эстергом. Вот стоят автобусы, которые ждут отправления. Некоторые уехали, некоторые остались.